Всем ассаламу алейкум, друзья. Сейчас я недавно выходил в Ютубе, в Инстаграме выходил в эфир. Потом посмотрел видео обратно и смотрю, что-то интернет, видать, наверное, глючит там. То звук отстает, то еще что-то. Никак не смог отрегулировать и решил сейчас одно видео также повторно записать для Ютуба, друзья. Вы все знаете, вернее не все, а многие, кто со мной общается, я говорил, что начнется большой проект. Но это проект такой должен был быть. Мы хотели мини-городок сделать, собрать туда, у самого моря. Но пока что мы этот проект отложили в сторону, друзья. Нужно еще доработать. И, иншаллах, после доработок этот проект мы начнем все-таки, иншаллах. Теперь, друзья, давайте так сделаем. Я начну пятую стройку. Начнется пятая стройка, она будет опять же во всеми любимом нам районе, в Теджи. Где-то, если не ошибиться, 200 метров до моря получается. Значит, там будут квартиры, сразу хочу сказать, да, те, кто ждали, значит, квартиры большие, там с жаркой, чтобы было, кухня мини, чтобы дополнительно была для жарки, затем я обещал ванные поставить. Это все будет тоже, но в другой стройке, друзья. Сейчас по проекту. Почему? Потому что есть на руках одна земля, где мы можем начать стройку. Это именно вот этот проект, где будет 202 квартиры. Значит, 90 квартир будет 1 плюс 1. И, если не ошибаюсь, 112 квартир будет 2 плюс 1, друзья. Это в районе Теджи, друзья. Опять же, будет рассрочка и с доступными ценами, естественно. Теперь, друзья, я всегда, мне вот в Теджи нравилась планировка 1 плюс 1. Я немного формат хочу поменять. Я вам, прежде чем начать строить, хочу вам показать на живую, как будет выглядеть 1 плюс 1 квартира. Я ее хочу сделать, чтобы, мы так стараемся, вот буквально весь день сегодня сидим на чертеже. Сейчас я покажу, кто у нас чертежи делает, подождите. Труд человека. Вот, видите, вот этого молодого человека. Вот это именно тот, кто делает чертежи, друзья. Это наш брат. Так, теперь смотрите. Сегодня мы мучились. То было 43, то было 40. И, короче, я вспомнил об одном проекте. В Минск хочу передать привет, Макс, от души. Я вспомнил про твою квартиру. Эта квартира находится, друзья, в комплексе Андромеда. Вы многие знаете. Именно вот эти 1 плюс 1 мне лично по душе. И сколько бы людей не смотрели, когда заходят в квартиру, аж, знаете, так, о, там нет перегородок вот этого всего. И прям просторная квартира, понимаете? И в этот раз не по картинкам, а на самом деле я зайду. Я на самом деле зайду в квартиру на живую и сниму, покажу вам. Думаю, Макс, вы против не будете. И вы уже будете полное представление иметь, что вы будете покупать. Понимаете? 2 плюс 1, немного проектик другой у нас. И готовой квартиры пока что, мне кажется, нету. Поэтому это будем уже рассматривать по проекту. Но 1 плюс 1, друзья, вы увидите на живую. Вот, что еще было у нас? Те большие проекты, один большой проект, который должен, мы его дорабатываем, иншаллах. Но там будет бомба тоже, там... Очень большой будет проект, поэтому я сейчас наперед забегать не хочу. Но в этом проекте мы хотим сделать, чтобы там и шок-маркет у вас был. Чтобы пекарня у вас была, чтобы кафешки были, там барбекю место. Ну, это городок будет, вам не нужно будет куда-то выезжать, уходить, чтобы что-то купить. Все будет у вас под рукой, но это в будущем, иншаллах. Вот, а сейчас мы останавливаемся на Теджи. Значит, 200 метров будет до моря. Просто сама суть, видите, друзья, чертежи, когда делаешь, нужно здесь все учитывать. И поэтому, действительно, это нелегкая работа. Это постоянно, что какие-то переделки, там, не знаю. Я сегодня вот прям напрямую поучаствовал. Честное слово, это большой труд. Да, большой труд, друзья. Те люди, которые занимаются чертежами, я вас теперь намного лучше стал понимать, потому что сегодня я прям как профессионалы сели и делали изменения. Когда делаешь какое-то изменение, это влияет на всю стройку, друзья. Поэтому тебе нужно не выходить за пределы плана и не теряя вот этого всего. Ну и естественно,
нужно делать так, чтобы было доступно, и чтобы качество у тебя было лучше, понимаете? Вот, вот это вот мой принцип лично. Поэтому сегодня я в формате Инстаграма, наверное, поделюсь с вами видео. Вот, друзья, работаем, стройки все продолжаются, вторая стройка у нас заканчивается. Значит, третья идет, уже мы на четвертом, пятый этаж начали строить. Да, кстати, со стройки номер 4 приехал наш дольщик. От всех вас передал мне большой привет горячий. Это те люди, которые в Телеграме вы общаетесь, на связи, там обсуждаете. Он сказал, Султан, вот, что все тебе передают горячий салам, горячий привет. Я все это принял. Сейчас брата мы отправили в гостиницу. Сегодня он с дороги. Как мне известно, 14 часов он провел в дороге. Сегодня он отдохнет. У него с собой сантиметр есть. Завтра мы, я заеду. Завтра, да, у нас, значит, суббота, воскресенье, комендантские дни. Но я за ним заеду. Он турист, ему гулять можно. И мы поедем на стройку. Пусть посмотрит на живую. Вот. Я с вами со всеми на связи. Друзья, в стройке третьей выскочило две квартиры. Мы их отдали. Там, кто еще просил, если вдруг выскочит, я вам сообщу. В стройке 4, квартир нет тоже, короче. Вот, так что пора начинать стройку пятую, друзья. Но Султан всех обнимает. Мир вашему дому, с уважением. Ассаламу алейкум.